Почему вы не написали заявление на Зайченко? Потому что изначально деньги требовал Дюсюков. В принципе, к Зайченко я вообще никаких претензий не имела. То есть здесь был факт, что требовал деньги Дюсюков, но Дюсюкову я и написала. То, что Зайченко влез в это, как бы, вот его личные проблемы, к нему у меня никаких претензий не было.